Позвольте рассказать мне вам всю правду про Харви Дента. Причем словами комиссара полиции Готэма, Джеймса Гордона. Великий Бэтмен не убивал Харви Дента. Он спас моего сына, а затем взял на себя ответственность за страшное преступление Харви, чтобы я мог своему собственному стыду создать из него народного героя, из этого ложного идола. И я восхвалял этого безумца, который хотел убить моего ребенка. Но я больше не могу жить с этой ложью. И пришло время народу узнать правду, и пришло время мне подать в отставку. Скажите, вы принимаете отставку этого человека? И принимаете ли вы отставку всех этих лжецов, коррумпированных тварей? Мы разрушим этот коррумпированный город и вернем его вам, народу.